Половины, вон, отойдите, там же там фотографии, ты есть там в Казани таких фотографий, то сейчас нет. У вас тут ченч, обмен там. Вот смотри. Это отец мой, вот тут мой отец. Потом... А почему на Тюбика, ты знаешь, что это дочь крымского хана Гирея? История немножко, знаешь, нет? Вот. Ну, а я из ихнего рода. Как вы здесь оказались? Ну, как оказались? Для общения. А где я могу общаться? Вот я вот на улице с вами встретился, вы со мной бы не стали разговаривать. А здесь тем интересно, можно кого только не увидеть. Здесь я академик и бомж, все равны. А кто сюда приходит? От академиков до бомжей? Да, да. Разные люди. И академики приходят, и бомжи. А бомжи тем более приходят. Что дам? Чушь, стольник жалко, да? Второго? Эти до них шли. А что можно здесь купить? От скольки и до скольки рублей? От бесплатного? Не надо бесплатно. Хотите, я вам что-нибудь бесплатно дам. По-разному. И за 1000, и за 5000 можно. В чем его эффект? Вы сейчас видите, тут стали и антиквариатом торговать, и... Видишь, шубами. Раньше женщины вообще здесь не торговали. Хотя, видите, стали в основном бабушки стали. Мужья умерли у них, все торгуют все. Вполне логично рассуждаю. Красные пачки и желтые пачки. Сегодня.